Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games. И сегодня у меня такой гайд по настройке микрофона PM800. Ну, я думаю, все знают этот широко распространенный микрофон. Довольно-таки недорогой. Можно его приобрести на AliExpress. И сегодня я вам покажу такие основные настройки. Наверное, многие мучаются с настройками PM800. По крайней мере, я долго мучился, но пришел к поставленной себе цели. Настроил в OBS его для стримов, для игр. И, в принципе, все прекрасно работает. У меня нету фантомного питания. У меня простая аудиокарта, которая идет в комплекте с PM800. Давайте я вам покажу, что для начала нужно сделать. Ну, конечно же, подключить его. Дальше на рабочем столе заходите в меню «Записывающие устройства». Здесь будет ваш микрофон. Он может быть 4 USB, 3 USB, 5 USB. Добавляете его, включаете. Далее жмем «Свойства». Так, и здесь особые. Вот здесь галочка AGC. Ребят, не советую ее никому ставить. Мне кажется, это для усиления с фантомным питанием. Если вот я ее, допустим, ставлю, то у меня звук там вообще адский, просто трэш получается. Звон, фон и все подряд. Короче, я не советую вам ее ставить. Уровень здесь поставьте на сотку. Далее, окей. Здесь, если ваш микрофон не виден, заходите в настройки, заходите в аудио. И вот здесь устройство графа «Микрофон». Находите его, выставляете, жмете «Ок», все прекрасно. Далее нужно настроить ваш микрофон. Значит, нажимаем вот здесь колесико, нажимаем «Фильтры». И советую вам, друзья, выставить все настройки, вот как у меня. То есть по порядку. Шумоподавление, усиление, пропускной уровень шума, компрессор. По крайней мере, мне этого достаточно. Шумоподавление я выставил на минус 60 дБ. Усиление я поставил на 21.30. Но тут, смотрите, можете подыграть немножко, чуть-чуть под себя, если хотите. Пропускной уровень шума я поставил верхний порог 58, нижний 53. Компрессор тоже не менее важная такая деталь. Степень сжатия 3, порог срабатывания 23.50 я поставил, атака 85, спад 4, выходное усиление 32. Ну, советую, друзья, поставить такие же настройки, в принципе, как у меня. Если бывает такая фигня, что во время записи голос, знаете, как будто прерывается, то, друзья, советую поиграть вот с этой шкалой порог срабатывания. То есть делайте его чуть ниже. Вы можете ставить его выше, и там начнется. Вот вы разговариваете, и как будто голос ваш прерывается, знаете. То советую делать порог срабатывания чуть вот сюда пониже. Делайте, и все будет прекрасно. И еще одно важное такое, это источник приглушения. Допустим, вы снимаете с музыкой там, ну или играете, и, допустим, вы говорите, потом вы перестали говорить, музыка на фоне вашего видео становится громче. Когда вы начинаете говорить, музыка, знаете, так резко раз, перепад, и вы становитесь громкими. Вот, здесь поставьте устройство, источник приглушения, устройство воспроизведения. Вот. И как бы голос и фон игры, там, не знаю, музыка, она будет играть наравне. Вот. Ну, думаю, наверное, самое такое основное я вам рассказал. Всем удачи, пишите комментарии, если кому-то помог, не помог. Будем разбираться. Все, друзья, подписывайтесь на канал, пальчик вверх. Пока-пока.